Всем привет. Что за красота? А? Поделай левый, пожалуйста. Сейчас. Еще черного или тосты? Здорово. Я пока тосты сделаю. Сейчас с Викторией будем пить кофе. Назарушка спит еще у нас. И потом займемся уборкой. Здесь стол повернем и этот уборку, потом готовку. В общем, дел на сегодня достаточно много. Полы помыть, поприбирать и приготовить все. И повернем стол вот так вот, потому что кто позаходит вдруг, и Света с Женей точно придут к нам сегодня вечером на ужин. Поэтому надо, чтобы было удобно разместиться. Микроволновку перенесем в зал, пока на стол поставим. Здесь уберем все. В общем, как-то так будет. Ладно, сейчас завтракаем и за работу. А еще сейчас хочу позвонить. Хочу позвонить по поводу дивана нашего заказанного. Потому что я вчера звонила. Этот менеджер или кто он был выходной. И сказал перезвонить сегодня в 10:30. Сейчас, кстати, позвоню. Звонила уточнить, может, уже готов. В принципе, 3 недели еще не прошло, как они говорили. Но Сережа сказал, позвони, если задержка только в доставке, то мы заберем его сами. Ну, если он уже готов. Вот, поэтому сегодня узнаю, расскажу, сколько нам еще ждать или не ждать. Ребята, как вовремя я начала звонить за этот наш диван, а не ждать 3 недели, как нам сказали. Уже наш угловой диван наш готов, и вечером его собирались отгружать, уже собираются на доставку. То бишь, по идее, сегодня его должны привезти. Представляете? И это к нам придут гости, у нас будет угловой. Прямо это на годовщину, как подарок, слушай. Ну да. Да? Да, за деньги только. Ну, за день. Ну, все равно. Так это, так радостно я не могу. Сейчас теперь хочу сдуть диван, убрать эту постель всю в стирку, потому что ну, как раз это, поменяю на новую постель. Я уже и думала, думаю, дождемся этот, ну, диван наш, и потом поменяю постельное. А теперь поменяю сегодня. Так радостно. Класс. Так, ладно. Сейчас за уборку, да, дочечка? Не будем мы тут ничего переставлять. Сережа говорит, давай в зале сядем. Тем более, если диван привезут, мы его быстро соберем. Я, конечно, это слабо представляю, этот кипиш вечером. И стол накрывать, и диван собирать, и... Такой праздник. Но все равно мне так радостно, блин, не могу. Класс. Ладно, все. Становимся за уборку в любом случае. Вика у нас коридор убирает, сейчас замела, мебель протерла. Да, кекс? А я здесь пока поверхности протираю, промываю. Буду уже сейчас к полам переходить. Сейчас еще эту полочку разберу, здесь чуть-чуть порядки наведу. Эту сторону помыла, плиту протерла, подоконник. В общем, работа кипит. На этом, на балконе уже компот здесь поставила остужаться. И хочу сегодня успеть полочку в кладовье освободить и перенести уже все огурцы. Кстати, кто-то говорил, покажите огурцы. Вот показываю, абсолютно они не смятые. Мы вчера буквально с Викой разговаривали. Кто-то писал в комментариях, что получились кислющие, много уксуса. Возможно, что-то вы неправильно по пропорциям сделали. И типа, что были смятые, как это... Ну, сморщенные. У меня абсолютно они не сморщенные и абсолютно не кислые. Огурцы просто обалденные. У нас все их любят. И подружки Викины, и друзья, и мы сами. И для нас равных нет пока. Да, Дотя? Да. Вчера только с тобой обсуждали огурцы наши. Да. Так, ладно. Болтать хорошо, но надо работать. Так, вот так я тут прибралась. Уже начинаю отваривать все. Ставить. А, мамулька пришла. Помещаюсь, да? Помещаюсь. Ух, и мама. Так, приготовила сейчас яйца, отварю филейку на салат. И свеклу поставила. Так, все. Кекс. Только помыли пол. Пришел. Что ты смотришь тогда меня? Зайчик ты мой, родной такой, собака класснючая. Пришел и это. А ты утром лапы не мыла ему, да? Он по-мокрому себе чалапает.
А я уже, ой, сейчас показала бы, ладно, сейчас просохнет, Вика помыла полы, я уже здесь тоже протерла. Конечно, как мама забывает, никто не ходит. Как Вика, то можно и показать что-то, и кексы погулять попробовать. Ну что, я же не пошла туда. Хотела, я честно. Не, а потом... Ты хотела, но не пошла. Вот, бабушка помогает, картошечку чистит. У меня здесь уже мяско на салат сварилось. Сейчас замариную крылышки с лапками. Уже вот эти лапки вроде разморозились. Да, уже, мам, разморозились почти. Так что сейчас буду, да. Яички уже сварились. Думаю, успею. Мне еще зал помыть. Я уже матрас там сложила, освободила место под уголок. Все, мамулька уходит. Уходит, уходит. Дети, бабушка уходит. Пока, Машка. Давай, чтобы я не топтала. Я... Назусик, пока, родной. Он в наушниках. Назар! Нехай занимается. Тебе бабушка тебе пока кричит. Он теперь мокрый. Фей. Все, девочки, мальчики, давай. Пока. Пока, мамулька. Все, Назусик, спасибо. Пока. Бежит, девочки, бежит, звоните, бежит. Давай, что такое работа. Давай, ходи. Давай, занимай. Все, давай. Обзывайте, звоните, приходите. Спасибо, мамочка, спасибо. У меня, в принципе, зал остался домыть и все, и готовить. Да, давай, пока. Готовить тоже ерунду осталось. Мама, бабушка помогла. Так, я тут мою пол, уже убрала матрас. Подготавливаю место для дивана. Когда вы говорите? Сейчас сегодня буду... принадлежности брать. Мы на послезавтра перенесли с бабушкой. Радости сколько, да? То есть я сейчас могу поиграть? Да, можешь чуть-чуть. Так, сейчас это постель. А как салат? Я же как этот независимый эксперт должен его попробовать. Ну, сейчас домою здесь доубираю и становлюсь нарезать уже салаты, пюре ставить, ну, курицу смотри, мариновать. Независимый эксперт должен сначала каждый ингредиент по отдельности попробовать, а потом... Конечно. Конечно, сынок. Угу. Так, ладно. Сейчас еще тут попротирать, помыть, везде замести. А! Это что? Деньги. Что это? Положи. Кому? Займись, пожалуйста, уборкой в комнате. Я тебя сколько раз попросила. Назар, давай, иди уборкой займись. Не зли меня, пожалуйста. Уже Вика везде помыла. Один ты у нас сидишь. Хватит. Давай вперед. Вот здорово. В общем, вот так вот я убрала. Здесь все помыла. Уже компот разлила. Так, здесь тоже надо будет пыльку вытереть. Стол поставим здесь. Здесь будет уголок. Скатерть накроем. В общем, как-то так. Стирку разобрала. Здесь тоже все помыли. А, компот сейчас в холодильник весь разлила, остудить. Все, становлюсь салатики готовить. Помыла, называется, плиту. Видите, сейчас буду еще раз мыть. Позаляпывала все свеклой. Кто-то спрашивал у меня в комментариях, как я на эту решеточку режу оливье. Сейчас я буду делать, ну, яйца нарезать в ананасовый салат. Здесь у меня уже мясо нарезано. И покажу. Вот, я немножко проваливаю. И в сторону. Проваливаю и в сторону. Получается, квадратики как бы нарезаются. Вот так. И последняя уже вот так. Вот. Раз, 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 раз. Как бы срезаю. И вот так. Все. Ну что, один салатик у меня готов. Там Вика пол домывает. У себя в комнате остался Назар. Это с ананасами, напомню, рецепт. Мясо филе куриное отварное, сыр твердый, ананасы, яйца, кукуруза, майонез. Все. Накрываю, отправляю в холодильник. Здесь уже нарезала мясо на в кисло-сладком соусе. Буду готовить. Также у меня уже здесь... замаринованные куриные ножки и крылышки. Вот так вот. Все. Вот у Назара нетерплячка.
хочешь одну ложку? Ну да, зачем тебе тарелка? Это надо. Так. Зачем? Потому что я независимый эксперт. Я должен. Так. Готова? Да давай, выделаешься. Смотрите, берем, пробуем. Все, попробовал. Стой. Хватит. Назар, иди отсюда. Как независимый эксперт, могу сказать, что это очень вкусно. Крючок. Аж кекс испугался. Шо чудит, да, кекс? Это отлично. Тут никак не поспоришь. Угу. Ну, конечно, это твой любимый салат. Я уже свеклу натерла, иду в душ споласкиваться. У меня уже, в принципе, все почти готово. Подготовки все готовы. Если я еще сомневалась, мало ли, то уже не сомневаюсь. Нам сегодня привезут диван точно, потому что уже звонил водитель и уточнял, в какое время нам будет удобно его принять, ну, чтобы подвезти. Вот, и я сказала на 6 часов, как раз уже Сережка придет, брат мой придет, поможет поднять его и собрать. В общем, так что да, мы сегодня будем с диванчиком, я вам покажу, конечно же, его уже в собранном виде. Я уже и картошку поставила, и курица тушится, и мяско жарится. Сейчас сделаю кисло-сладкий соус. В принципе, у меня почти все готово. Осталось нарезочку и стол накрыть. Не нашла скатерть старую, которую я застилала там, когда жили на квартире. Нашла у меня набор. Его был новых скатерть. И, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас попробую достать. Да, это, по-моему, скатерть и салфеточки. Вот такие вот. Такие салфеточки. Ну, на коленке, как бы, гостям. Я вообще думала после ремонта уже начать пользоваться. Теперь думаю, да ради бога. И вот такая оранжевая скатерть. Мне кажется, будет красиво на столе. Да, сейчас буду застилать и подготавливать. Потому что ту, не знаю, куда я ее дела. Короче, не смогла найти. Сейчас, если найду, конечно, потому что у меня есть еще светлые салфеточки, вот такие на коленке, новые. И они бы, те светлые, подошли бы под мою, под ту скатерть, которой мы уже пользовались. Ну, а не найду, то постелю эту. Тоже красивый цвет такой, таракотовый. Новую скатерть сажает. Эхо, да. Ну, что пусто в комнате. Вот, и все-таки нашла я, ребят, порылась и нашла эту скатерть, которую уже мы пользовали не раз. И вот к ней же идут вот такие салфетки. Салфетки вообще новые. Мы ними не пользовались, а скатертью пользовались. Вот такие. Они, конечно, такие маленькие, но пойдут. Почти будет празднично. Вот такие. Так что ее сейчас и постелю. А эту, вот их тут много, однако. В общем, ладно. А эту назад упаковала, еще пускай побудет новая. Пока. Надо эту уже, да. Доубивать, так сказать, допользовать. Потом уже ту. Красунька наша уходит. Давай. На тот фильм, она, Вика, идет в кинотеатр, в кино с Яной. И на тот фильм, на который я все хочу сходить. Сережку соблазнить. Мусор заберешь, дочь? А, ты не в ту сторону. Да? Я поняла, давай. Так, что тут у меня? Мясо уже готово. Кто звонит? Папка уже домой пришел. Да, и брат мой пришел. Короче, мы усердно ждем диван. Стол я уже так накрыла. Ну, как накрыла? Все на кухне, я ничего не несу сюда, пока мы его не поставим. Правильно? Mm-hmm. Сереж, поэтому ша это. Ну, смысла нет, не вижу смысла. В общем, звонил водитель, уточнял уже адрес. Ждем вот-вот, с минуты на минуту привезут. Лотик, привет!
Я тебя давно не показывала опять. Не будем заставлять за тобой скучать, да? Не будем, не будем. Все, ты мой Халюсий. Так, на этом все. В этом видео я с вами прощаюсь. Говорю всем пока. Не прощаюсь, нет, извините. Говорю просто всем пока. Андрей пошел с кексом гулять, да. А Сережа ждет здесь. В общем, они вдвоем, я думаю, занесут. А всем говорю в этом видео пока. А в следующем уже мы соберем уголок. Я вам покажу, какой мы выбрали и купили. Все, обнимаю всех, целую, пока.